Ну, взял, пиздец. А? На соплю, говоришь? А, ну. Какая сопля? Ну, с этими, с глазиками. Правее стали, видишь? Глазастая. Ой, блядь, что я делаю-то? Привык уже на эту. Поклевка такая слабенькая, слабенькая. Я даже не понял, поклевка, не поклевка. Здесь мельче. Там глубже было. Там сюда выше. Ну да, и зацепов больше. Да тут видно зацеп, он перекатывает. Ну. Ох, пацачек Олег. А хотя так достану. Что-то брать такого, не брать. Так-то он это... Едовой. Нет. А короче, с Фонсеки. Так-то едовой брать такого? С Фонсеки. Ну, она не колбаса, это Фонсека. А? Ну, я вижу. Так там водку спускать-то, подъедешь. Там есть дорога, вот где лодка, туда дорога идет. Что, мы правильно, Андрюха, идем-то? Да, вот здесь ходить. Ну, я взял одного уже. Нет, здесь, да, берет, блин. Не крупный, правда? Я не знаю, поехали. Давай вверх не пойдем. Через... Сильно страшно, да. Ну, я говорю, там сильно страшно, ну и нахуй. Что случилось, блядь? Что нас развернуло? Просто груз нахуй не хватает. Ну и домой. Какой? Сантиметров 26-27. То есть глубина пошла-то. А? Ну вот мы прошли, нихуя не было. Ты за баржей под... или сам? Поехали в лес сюда. Там уже нормально. Спокойно, не зацепок. А, ну поехали. Ну поехали. Ну по порогам сейчас попробуем. По порогам. Пороги, не увидим, где за мной езжай. Если там покидаешь, и там и я езжу. Порог. Ну мы проедем.
Андрюха поспешно, он рисковый, сука. Вон они пороги. Здесь. А? Сейчас. Камни вон, видишь? Торчат. Видишь, буруны какие. Жаль, камушки такие на воде лежат. Вот они, буруны, видишь? Перекат наш. Там еще сильнее, видишь, смотри. Смотри, он что делается. Да вообще капец. Хрена тут волны, блин. Нет, конечно. Тут только назад на лодке и спускаться на. Андрюха, блин. Хрена тут, блин. Андрюха. А там-то он вообще, смотри.
там-то вообще капец. Как там сюда проходит, я не понимаю. Вот этот самый главный-то порог. А здесь-то вообще... А чё там, съезда нигде нету? Вот через Пескова, 5 километров до Пескова, деревня, вот проезжали по трассе Пескова, 5 километров вот оттуда. Вот здесь кто-то вездеходы едет. Ресторан, да как где ходить-то? Вот сейчас, вот смотри, сейчас я заходил. По бурунам по этим? Саш, удочку бери. Тут страшно ходить-то, блин. А? Страшно ходить-то. Конечно. Там груз нас уйдет. Ни хрена. И докуда ходить там? Там не было. Какую успех докинуть, смотри, как несет. Ага. Может, вниз пойдем, нахрен. Что, ты кинул, что ли? Ну. Так а я ж якорь не кидал. Да, нахуй. Не надо кидать якорь. Ну ты с хуя он стоит. А? Стоим. Так а смысл-то здесь? Андрюха говорит, киньте, попробуйте пятерочку. Так ее спускать, наверное, надо. Он будет стоять просто. Ты спускаешь? Надо вверх кидать. Да так не получится. Вдвоем тем более. Это у одного еще можно было бы. Я вот кидаю, у меня вообще стоит. Я кину, ты будешь стоять. Ну давай туда поднимем. Там тихо иди, тихо, тихо. Чё? Подымать? Что здесь делать? Я не знаю. Пойдем туда, где ходили на. Что-то я не вижу, чтобы здесь ходили лодки-то. Далеко не заплывай. Видишь, как идет. Кидать? А?
Ну вот он здесь и стоит на бурунах на этих. Тут течение-то охеренное. Направляй туда на Андрюху. Да, солнечный день тут вообще красота. Солнечный день тут вообще красота. Я понимаю, почему здесь кариус, потому что здесь сетями не походишь. Ну, наверное. Говорит, лебедку спускает, я ни разу не видел. Смотри, вон заломы какие на берегу. Что-то он ближе к берегу берет. Стоять. Пойдем, наверное, туда, там хоть как-то привычно. Здесь что-то вообще непонятно как. Ну, видишь, к берегу пристал. Почти. Ну, подбило его и кидает он. Как на стоячку. Thank you.
там-то тихо уже за порогами. Что, подуматься надо? Или пойдем вниз? Ну давай. Что-то вообще как-то. Там глубина хотя бы за порогами-то там. Ну где ходили. А тут что-то и глубины нету. Что, вытаскивай якорь? А? Скажешь, когда? Что, и как тут? Далеко там? А там что, нормально, да? Ну такой хуй нету. Ну давай пойдем, да? Ну? Сейчас я перчатки одену в рот. Перчатки, говорю, забыл одеть, руки примерзли. Надо за тобой идти, там же надо это знать, где пройти-то. Там камняк все. Где там проходить-то, блин? Я думал, тот самый такой порог. Я думал, тот самый такой порог. Между камнями это течение, я это даю. А еще видишь, ветер волну гонит. Тут на камень не налететь, я говорю. Иди за Андрюхой. Мель, наверное. Вон, видишь, перекатка.